Ребят, всем привет! И, в общем, сейчас делать будем контент, реальный контент на заброшенных дачах. То есть на одной заброшенной даче. И да, поехали. Ну что, едем? Полетели! Так, в общем, ребятки, уже едем на дачку. Я не знаю, что там делается. Сейчас и Влади как раз посмотрит. Полностью дорогу вам показывать не буду, потому что там почти что каждый день что-то пропадает. Просто нереально. Мы ездили туда как-то с интервалом неделю. Первый раз как ехали, то вроде бы все нормально, только решеток не было, но как, ну, в принципе, как будем на месте, уже покажу все. Так что до встречи уже там. Победа! Что и требовалось доказать. Вот приехал я на скутере. Вот такое местечко, которое я вам не покажу. Не сброшу точку геолокации. И вот, были здесь ворота. Где они? Нету! Вау! Ладно, пройдем же дальше. Что тут кто? Блять, стрёмно как-то. Пройдем сейчас в будке. О, в окна кто-то выбил. Жесть. Полная жесть. Так, и вот что мы здесь нахимичили. Вот эта будка. Вот с нее вся обшивка, которую мы с Владиком сняли. И вот такая будочка. Так, а ну-ка. Рой улетел отсюда. Вот здесь такой рой был, короче, ужасно, мы поэтому и не доделали все это. А здесь, наверное, кто-то спал. Ну, в принципе, порежем и сдадим с Владиком. Так, ладно. Только представьте, каждый раз, как сюда приезжаешь, что-то происходит новое. То украдут. Так. Я надеюсь, в доме никого нет. Очень надеюсь. Ё-моё. А если есть? Есть кто? Говорю же, очень стрёмно, очень. О, дача пиздача. Так, ладненько. Слава богу, никого не нарвались. Шиферок здесь постоянно. А сейчас я вам проведу экскурсию. В принципе, вот такая дача у Владика. Вы
понимали, окна вон повытаскивали, побили. И заход на второй этаж. Потом, блин, а ключи из скутера не вытянул. Вот такая типа коридорчик или что? Гостиная, да, будет гостиная. Там погреб глубокий. На каждом окне были решетки. Все выдернули, все повытаскивали. А нет, вот здесь решеточка есть. Владик построил печечку. Мы когда-то здесь отдыхали. Ох! И даже очень хорошо отдыхали. Я думаю, кто помнит эту дачу, все довольны. Все довольны. Просто все. А здесь была наша зона отдыха. Ну, она и сейчас, в принципе, может существовать, но только не для нас, потому что здесь уже вот проводили банкеты. Вот. Наверное, кто-то узнает эти надписи. Вот эти надписи. Я думаю, вы их все помните. То есть, кто знает, тот помнит. Боже-боже, нету и здесь решеток. Здесь одна на весь, на всю дачу осталась одна решетка. Это ветер, наверное. Я очень на это надеюсь. Эй! Стрёмно здесь самому вообще находиться. Очень стрёмно. Просто нереально стрёмно. Так, ну и в принципе мы здесь закрываем. Кирпичиком подставим. Ну, боже. Замки посрывали, в общем, всё посрывали. Мы сюда ещё пройдёмся. Просто все так, ладно. Пойду еще в ставни закрою. Мало ли. Еще ладно. Все, будем ждать время, когда мне позвонят. И будем. Дождусь Владика и будем делать эту будку, то есть не делать, а разрезать и сдадим ее на металлолом. Кстати, по Владиковой инициативе. И так что все. Всем пока, всем спасибо, все свободны. Конечно, и как же я мог не заехать на это место? Это самое мое любимое место в Лубнах, наверное. Здесь нереально круто, нереально красиво. В общем, смотрите. Ребята, скажите, пожалуйста, как можно не влюбиться в это место? Просто, просто нереально. Еще увидите, там дальше, там такая пушечка будет. Виды просто неимоверные. Самое главное, не наебнуться. А то у меня сейчас работает только передний тормоз. Ой, блядь, стрёмно.
то есть работает. У меня сейчас одна рука работает, потому и работает передний тормоз только. Ладно. Вот так сделаем. Поедем без газа. Ой-ой-ой. Стремненько так как. Самое главное... не ёбнуться. И будет супер. Так, перехваточка. Ой-ой-ой. Вот мы сейчас и увидим, какие здесь виды. Если вам видно, ну, сейчас проедем немного дальше. И вот мой любимый местяк. Паркуемся. Опа. Нереально. Не красота ли? Пересохла. Вау. The beautiful. Вообще супер, ребята. Местина здесь просто шикарная. Я раньше сюда практически каждый день приезжал, да, вот именно на эту полянку. Здесь садился и медитировал. Я на самом деле сюда не мог заехать, если еду по пути, потому что, ребятки, на самом деле я не могу пропустить это место, если даже еду по пути, даже спецом мог сюда приехать и просто посидеть, посмотреть, перекурить, в общем. Здесь нереально красиво, атмосферно и очень круто, так что, как-то так. Ну а с вами был Красуцкий, Артём. И даже Евгеньевич. Так что, ребятки, подписываемся все на мой канал, ставим лайкосики, пишем комментарии, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить мое шикарное, прекрасное видео. Хейтеры, нахуй, 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 хейтеры. Просто съебитесь вот. Приковейте, утопитесь нахуй. А любящим подписчикам покеда. До встречи.